Одинцовском городском округе продолжается профилактическая акция «Ремень безопасности». Ее главная цель – снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. Согласно статистике, в случае аварии ремни безопасности уменьшают риск гибели и серьезного травмирования людей, находящихся в автомобиле, в несколько раз. Одинцовские госавтоинспекторы призывают водителей и пассажиров пристегиваться во время движения. Берегите себя и своих близких.